Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Алекс, и вы попали на мое новое классное видео. У меня второй день во Львове, и мы вместе с Юрой собрались посетить одно очень интересное место. Это небольшой заброшенный городок, там примерно знания 3-4, но это место просто охренительное, поскольку там можно делать много всяких связочек с паркуром. Нифига себе, ого, я в шоке, ребята, вы сейчас увидите все это вблизи, просто охренеете. Но на камере, к сожалению, это не передается так, как вживую. Первое наше здание в 9 этажей, но они большие прям, мощно выглядят. Мне Юра сказал, что там есть прыжки над пропастью, над обрывчиками. Будет интересно. Я, кстати говоря, вижу один там прыжок. Я даже не представляю, что сейчас будет. Мне очень сильно зашло ездить по разным городам. Есть один город, куда бы мне очень хотелось заехать. Это Днепр. И ребята из Днепра, напишите, если вы здесь есть. А тем временем мы пробираемся через кущи в заброшечку. Друзья, хочу посоветовать вам канал одного очень интересного и оригинального парня. Нашему экстремальному контенту давным-давно не хватает креативности и оригинальности. И именно на канале этого парнишки вы сможете вдоволь насладиться всяким интересным контентом, получить много позитивных эмоций. Ссылки все в описании, вы точно об этом не пожалеете. Переходите, смотрите и подписывайтесь. Подожди. А где он? Добрались практически до самого верха и только что заметили, что кто-то поджег шину, то ли что-то непонятное. Горит очень сильно. Главное, чтобы сейчас местные не подумали, что это мы, не вызвали сюда полицию. Да, наверху схода. Мы тут разминаемся и как раз под каналом. Ходи. Юра! Де ви? Твою мать! І що я вам можу сказати? Він тут просто нереально класний. Но еще больше меня радует здесь то, чего у нас нету в Киеве. Просто посмотрите на эти дропы между этажами. Сюда прыжочек, сюда, туда и туда. И все это над пропастью. Ничего себе. К сожалению, здесь только одна у нас связочка, которую вы видели уже в Инстаграме. В смысле не видели? Обязательно, ссылки все в описании, всегда это говорю, и многие из вас не подписываются почему-то. Те, кто не видел этот кадр, вы не подписаны на мою инсту. Обязательно, ссылки в описании, подписывайтесь, потому что только там выходит впервые контент, которого вы еще не можете видеть на ютубе, потому что в инстаграм загружать фотки и видео намного проще, намного быстрее, чем выгружать видос на ютубчик. Мы перемещаемся уже на второе здание. Оно побольше будет, чем то, на котором мы были только что. И с него мне рассказали, что ребята прыгают роуп-джампингом. И на этой крыше, что самое интересное, нету-то как таковых спотов, а есть просто ребрышки, по которым можно поделать страйты. То есть вся крыша в этом, и очень интересно будет посмотреть, как мы с этим справимся. Ненавижу заброшки высокие, потому что здесь подниматься пешком. Просто мы еще и прыгаем, и из этого у нас тратится очень много силы. А кому сейчас легко? Как вы понимаете, мы забрались уже на крышу и сейчас нашел челленджер такой вот. С самого начала крыши до самого конца. Тут все вот в таких вот страйтах. Но прикол в том, что мы будем прыгать через один. То есть сюда, потом сюда и так далее. И до самого конца. Думаешь, справимся? А ты думаешь, мы справимся? Конечно. Окей, поехали. Но сложность еще заключается в том, что в некоторых местах нету покрытия. И нам придется прыгать на вот эту вот штуку через одну. Это на самом деле неприятно.
стой, стой, стой. Из-за того, что бежал по краю, здесь такая вот херня была. Чуть себе ногу не вывернул. Этой пробежки здесь больше нечего делать, только вот сверху спускаться. Но это будет не сильно интересно. Мы сейчас здесь пофоткаемся тоже. Вы эти фоточки можете видеть в инсте. И после этого мы пойдем на третью крышу. Сейчас я вам ее покажу, чтобы вы не переключались. Вся крыша просто в охренительных спотах. Жесть. Вот пожар, который был. Охереть. Просто огромная территория сгоревшая. Увидели этот дым. Всякий строймусор. Нахера его подожгли, непонятно. И мы решили перемещаться сейчас на третье здание. Сил на самом деле вообще не осталось. Уже очень поздно. Мы еще хотим заехать в зал. Очень сложно. Три заброшки. Нереально круто. Огромное здание. И осталось вот это. Поехали. The road I know to seas is getting colder. Got obstacles I know got no control now. I can't seem to shake this weight upon my shoulder. So for now, I roll out. Life is a simple little thing, cause a ripple. On the way, holding doubles and triples. Hey, yeah. So for now. I roll out. I like to smoke when I drink. You know, it's potent, no, it don't do a thing. Ну что, на погульку? Погуляем. Погуляночка. Зал, который зал. На последнюю крышу сил осталось у нас очень-очень мало, но мы хотя бы понемножечку здесь что-то потворили. И сейчас будем спускаться, ехать уже в зал. Только вы увидите самый охренительный контент с разных городов. Вот що думати, тобі шутки? У нас тут режисери і оператори. Главний актер. Лишилось знайти дівах і будемо знімати серйозний контент. У мене є дівчинка, я нормальний парень. У мене є дівчинка, я нормальний. А Валік пір. Хештег Валік пір. Валік, якщо ти це дивишся, ти пір. Что ж, ребятки, вот мы и спустились с этих охренительных зданий. Надеюсь, вам понравился данный видос. И если это так, то не забывайте ставить большой палец вверх, подписываться на мой канал, потому что только на моем канале вы найдете самый охренительный и годный контент. Мы перемещаемся сейчас в зал, но это видео выйдет уже следующим, поэтому не пропускайте контента со Львова, потому что его будет достаточно много. И мы решили пофоткаться на закатике в этих колосках. Травычка. Травычка. Чего? Как ты сказал это? Травычка. Травычка. Всем огромное спасибо за данный просмотр. Всем до следующего видоса. Всем пока! Твой шар! Ручку, камеру! Камеру, ручку закрой! Нет, твой шар! Ручку закрой! Закрой камеру, быстро!